Суббота, 22 июля 2023 года. Я лежу, потому что вчера купила воды, но моя спина сегодня сказала, что все. Сегодня утром еле поднялась доползти до компьютера, потому что я работаю пятница, суббота, воскресенье, целый рабочий день. Вот прям, ну, у меня получается... практически нет отдыха, да, с 9 и, ну, до упора как получится. Вчера мой рабочий день закончился уже после 12 ночи. Вот. У нас все так же продолжают обстрелы. Сегодня женщина погибла. Ударили каким-то вариантом града. Нам уже, по-моему, здесь все равно. Ударили, ударили. Алекс приполз. Сегодня Алексу что-то не очень хорошо. Сегодня засопливил. Прям как-то вот с самого утра. Так, вроде бы ничего. Думал, что может аллергия, но что-то он какой-то вот бледненький. Местами как-то горяченький. Так что новости тяжело читать каждый день. Постоянно что-то происходит. Я пока лежу, продолжаю работать лежа. Ну, что-то я могу сделать и лежа, слава богу. Слушаю разговоры нашей молодежи, которые у нас там прыгают, общаются, ну, вообще невозможно. Просто мат на мате, матом погоняет. Дай бог завтра добраться до храма. Помолиться о упокоении убиенного коллеги, журналиста, военкора. Мне всегда тяжело читать, узнавать новости, когда журналисты попадают под обстрел, под непосредственный прямой обстрел, когда знают, что бьют по журналистам. Почему-то уже к тому, что бьют по мирным людям, уже привыкли. По журналистам как-то еще нет. А вообще тут к смерти привыкаешь быстро. И взрыв, и дым, и все, и ничего не поймешь, все летит. А я еще до этого поломала ногу, вот тоже лежу. Это ужас. Ну, а я в кухне была. В кухне были, да. Да, вылетела вместе с трубой, которая вытяжка вот. И только что ничего не пойму, что вообще в каком состоянии. И просто кровь циркулирует, прямо как фонтан. Это меня... Бедро, только... да? Ну да, только сейчас привезли. Травматология. Ну, скорая оперативно приехала, да? Скорая очень быстро приехала, очень хорошо. Молодцы. Скорая, молодцы, да. Резкий звук. И все. Тихо, я дышу. Да. Такой, ну, не сильно, понимаешь? Раньше хоть бы и слышно было, понимаешь, что действительно откуда-то летит. Ну, вон, через пять домов ниже. Они даже не означает такой бах, блядь. Вы уже изучили, ну, эти сосед, звуки, да. Как что-то. Да, тут так. Уже, я тебе говорю, это что-то не то, понимаешь? Что-то новое, да? Да. Кассетные, наверное. Со стороны Марьинки выход был.